Всем привет, мои дорогие друзья и те, кто смотрит меня. В этот чудесный день мы будем готовить макарони в духовке. Помнишь, мы уже готовили макарони в микроволновке, и, конечно же, они у нас не получились. Но девушки пришли и сказали, что это было вкусно. Они попробовали, оценили, и им понравилось. Но мне не понравилось. Итак, давайте же приготовим макарони в духовке, и я надеюсь, что получится нормально и вкусно. Итак, макарони версия 2.0. Поехали! Нам понадобится для приготовления макарон 1 яйцо, 50 грамм миндальной муки, 50 грамм сахарной пудры, 50 грамм сахара, 30 миллилитров воды. Смешаем миндальную муку с сахарной пудрой. Одно яйцо и взбиваем его. Уж тут-то я взобью. Берем только белок. То лошара, правильно, Данил. Ложи, Данил. Ничего не лапает. Лошара. И давайте приступим к приготовлению сахарного сиропа. Добавляем. Добавляем сахар. Температура сиропа должна быть 118 градусов. Мы взбили белки, теперь добавляем нашу муку и перемешиваем. Я беру пакет. Теперь мы их оставим на час, чтобы у них корочка засохла. Мы их поставим в духовку. А теперь просто ожидаем. Итак, наши макароны уже готовы, потому что когда мы их потрогаем пальцем, не прилипает ничего, то их можно уже ставить в духовку. Духовка разогрета до 160 градусов. Ставим макароны в духовку на 10 минут. Итак, первая попытка не получилась. Они получились не так, как нужно. Растеклись маленько. Но сейчас мы попробуем попытку номер два. Поехали. Ну вот это в кадре. Итак, вот это уже более похоже на правду. И давайте начнем изготовление наших макароней. А пока оставим их остывать на 20 минут. Я молчал. Прекрасные у нас получились. Они достаточно вкусные, но маленько с начинкой я переборщил. Она получилась не так, как нужно. В следующий раз я сделаю хорошую начинку. А я пойду их кушать. Подписывайтесь и ставь палец вверх.